пацан. Сегодня у нас на обзоре Range Rover Sport. Давайте так, по порядочку. Начнем с мотора. У нас стоит 3.6 дизель, V8, 272 лошади, 640 крутящего момента. Что касательно внешнего вида, да, это дорестайлинговая версия. Но, блин, реально, тачка выглядит просто ну реально, блядь, то охуенно. Ну по-другому, ну вообще не вырезаться, да. Что этому способствует? Это обвес автобиографии, признак максимальной комплектации, плюс белый цвет, 20-е диски, тонировочка, везде LED-подсветочки, да, фиолетовое лобовое стекло с пленочки, прям, ну вообще, вот цимус реально, просто песня. Блин, братан, это такая комфортная тачка. Ты, во-первых, сидишь выше всех, да? А во-вторых, она глотает все неровности, ну реально, ну вообще. Будь то переезд, будь то люк на дороге, какая-то яма, да, абсолютно без разницы. То есть... Пневма отрабатывает вообще на все 100-500, блин, процентов, да. Про динамические характеристики, мне кажется, вообще нет смысла базарить, ну реально. Складывается такое ощущение, что ты везде успел реально. О, смотри, в связи с морозами, блин, у нас замерзает тачку, да. Не покупайте японцев, они мерзнут. Кто здесь по музыке, да? Тут у нас Harman Kardon Logic 7. Это как бы топовая музыка считается для... этой тачки. И, как я говорил ранее, да, у нас версия автобиография. Бомбит она, ну, достойно. Для 2007 года то вообще нет никаких нареканий, ну, реально. Блин, ну, какая посадка, ну, реально, я так кайфую. Ты вот после рейнджа ты садишься в какую-то легковую тачку, да, неважно там, ну, реально, вообще неважно, какая это легковая машина. Блин, плавность хода, еще раз. Просто, мне кажется, я буду весь видос говорить про плавность хода. Ну, реально, не хочется даже наваливать, вообще не хочется. Хоть она как бы и вроде бы там, да, характеристики, там, 3.6 дизель, да, там, почти 300 лошадей, 600 момента. Но она все равно не едет, она по паспорту у нее там 9 секунд до сотни. А в топовой версии это 4.2, да, суперчарджер, которая там, блин, она даже и 6 секунд не выезжает. В принципе, блин, да, ее объедет спокойно 530-я БМ-ка, 525-я, даже 60-ка на чипе ее объедет. Ну, реально, этот автомобиль не для гонок строился. Да, он дерзкий внешне, базара нет, но не для гонок. Реально, на таких тачках должны ездить люди, которые могут себе позволить. Вот и все. Иначе, как бы, эта тачка может тебя сожрать. Так думают многие. Но это, в принципе, не так. Сейчас катосим, да, по городу. Туда-сюда, да, снимаем. И что касательно расхода топлива, это трагедия. Это дизельная машина, но она жрет 15-16 литров соляры по городу. Но есть обратная сторона медали. Это рамная тачка. Она пи***ц тяжелая. Ну реально, она 2750 у нее масса, да.
Ну, как слон, блядь. Или как тепловоз, наверное. Просто соляру такой ведрами можно заливать в нее. Я сам езжу, да, до 1,9 аудюхи. А цены-то у нас нынче какие? Евро 25, там евро 27, да, за литр. Как бы, ну, кусается, кусается. Но ты на рейнже. Если бы у тебя не было бабла, ты не купил бы рейндж. Соответственно, если ты его купил, у тебя должны быть бабки его кормить. Если ты, конечно, не ебешь дочку богатого отца. Та тачка не для нищеброда. Нужно что-то попроще, там, не знаю, скажем, Паджеро какое-то купить там. Или, повторюсь, ты должен хорошо зарабатывать, чтобы содержать эту машину. Иначе ей просто пи***ть придется время. Такие вот дела. Что касательно уважения на дороге, тебя реально уважают. Тебе нужно куда-то перестроиться, повернуть, тебя пропускают. Как бы, хоть и на рендже, надо все равно оставаться человеком. Ты такой же, как и остальные. Что у нас по салону? У нас светлый кожаный салон. Половина торпеды такая же самая светлая, да? И вторая половина черная. У нас зеленая подсветка приборки. Это реально привет, блядь, Шкоди. Могли бы там, я не знаю, заморочиться, там хотя бы сделать, как, не знаю, в той же Бэхе, рыжую, ну или белую. Тут у нас сенсорный монитор, ревизор, настройка мониторов сзади. Сзади есть выход под колокольчики, можно запитаться и смотреть им какие-то фильмы, видосы. О, смотри, еще один японец сдох. Это уже второй. Это минус 14 на улице. Привет, зима. Немцы тащат, базарят. В принципе, такие как бы материалы, да, на ощупь. Ну, кожа как бы приятная, да, торпеда, она пластиковая, она не кожаная. Жвачки шли с Дедом Морозом опционально. То есть, надо было доп. Покупать это что-то в районе 5-7 тысяч евро достойно. Ну, как бы у нас владелец может себе позволить. Замерзшая водичка. Драйвер любит своих потенциальных покупателей. Обо всем продумано, да. В заключение, что можно сказать про эту машину? Реально достойный внешний вид. Это очень большой плюс. Но эта машина для тех людей, которые зарабатывают. Нормально зарабатывают, которые могут ее себе позволить и, в принципе, так же содержать. Крутая тачка на каждый день. Вообще, передвигаешься с комфортом. Все тебя уважают, все тебя пропускают. Отличная машина. До новых встреч. Увидимся.